Друзья мои, я приветствую вас в нашей студии. Сегодня мы будем говорить о красоте, о здоровье, о коже и не только. Поэтому я думаю, что милые дамы сегодня будут особо внимательны. Но, кстати, по статистике, мужчины тоже смотрят наши стримы и также весьма активные. Потому что, опять же, можно выбрать не только для себя, но и в подарок что-либо интересное. И сегодня я рада представить, я думаю, многие уже заметили прекрасную даму возле меня. Друзья мои, меня по-прежнему зовут Стася Копылова, и сегодня вместе с нами этот стрим в потрясающей беседе проведет представитель бренда и консультант компании VBG. Косметик, я все правильно все сказала? VBG косметик. Да, потрясающая Елена, специалист в области эстетической косметологии и фракционной мезотерапии с большим опытом работы. И я надеюсь, Лена, что сегодня ты расскажешь, поделишься секретами и посвятишь нас в историю вот как раз-таки ухода за собой, как это делать правильно и как это делать профессионально на территории своего дома. Я правильно, да, поняла правильно. Все? Да, здравствуйте. Супер. Привет, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно находиться в вашей студии. Сегодня мы хотим, наша компания хочет представить бренд DermaPen. Это косметический аппарат. Называется он DermaPen. Вот, их мы представим сегодня несколько моделей. Обо всех отдельно потом поговорим. Отдельно мы о каждом расскажем, да, какие функции, чем они отличаются. Все подробно расскажем. Вот. Этот бренд на рынке уже более 12 лет. 13 лет в этом году исполняется этому бренду. Да, он очень хорошо себя зарекомендовал не только на территории России, но и в других странах. Бренд развивается. Бренд создает аппараты для косметологов и также для домашнего использования. Вот. Также мы с этой компанией познакомились на выставке в Гонконге. Они участвуют постоянно на всех выставках по всему миру. То есть очень серьезная компания, которая доверяет ей, в общем, весь мир. И также и мы. Мы, компания VBG Cosmetic, являемся представителем, дилером на территории России. Представляем этот бренд. Это тоже показатель того, что если достаточно долго живет компания, да, да, значит, конечно, она любима людьми. И я, кстати, очень рада, что на самом деле ты пришла к нам сегодня в студию, причем с таким устройством, аппаратом, да, потому что я заметила, ранее было сказано о том, что и профессионалы доверяют ей. Конечно. То есть... И мы справимся, обычные люди. Да, это настолько удобен он, что можно чаще всего, когда этот аппарат пришел на рынок, им пользовались косметологи, но он настолько прост в применении, да, что любая женщина, любая девушка, парень, мужчина может также использовать его в домашних условиях. Он очень прост. Мы сегодня это покажем, расскажем. И научимся. Да, и научимся. Я поняла. Друзья, вот единственное, обратите внимание, что сейчас будет полноценный обзор каждого устройства. Нам Лена все расскажет, все объяснит, как пользоваться, на каких участках, для чего подходит. И в том числе в этот момент, если что-то понравилось, вы можете моментально воспользоваться случаем. Я сейчас вам покажу кое-что интересное. Во время стрима всегда самые роскошные предложения от бренда. И сейчас вы видите скидки. Скидки до 70%. Поэтому час во время стрима и час после стрима действуют специальные цены. Вот вы можете здесь дополнительно ознакомиться со всем, что вам понравилось. Ну и, конечно, сегодня, Лен, я правильно понимаю, что будет небольшой розыгрыш для наших зрителей? Да, да? Конечно. Супер. Да. Но давайте я предлагаю чуть позже сказать условия розыгрыша, чтобы сохранить маленькую интригу. Поэтому, друзья, будьте внимательны. Оставайтесь в стриме, все вопросы в чат. Сегодня с нами профессионал, собственно говоря, который сам из первых уст ответит на все ваши даже самые каверзные вопросы. И я предлагаю начинать. Да, давайте немножко расскажу хотя бы. Да. Сейчас мы расскажем про каждый из этих аппаратов, но хотя бы начнем с того, что это такое, для чего это. То есть благодаря этому аппарату, да, прибору, мы можем добиться
таких результатов, то есть как подтяжка лица, да, да, мы можем убрать мимические, даже более уже такие глубокие морщины, мы можем убрать пигментацию. Также можно работать по коже головы, также по телу, всего лишь меняя картридж. Вот. Но это интересно. Мы можем, то есть благодаря одному аппарату, да, вот такому вот аппаратику, он в виде ручки, мы можем очень много решить проблем, эстетических проблем, связанных с неровностями кожи. Вот. Ну, если еще ты говорила про голову, значит, это и рост волос как-то ускоряет. Да, да, да. Все. Но поэтапно ты все расскажешь, да? Да, да, мы все расскажем. Ну, давайте начнем, наверное, давай. Да, с да, них. Да. Ну, вот давайте начнем с первой модели, с которая, какой? Вот, эта модель, она называется N2. Это первая модель, которую произвела компания Dr. Pen. Эта модель состоит из пластика, вот, из пластика. Она, ее чаще всего покупают люди для домашнего использования, когда хотят познакомиться с этой процедурой. Да. Вот. Если все устраивает, потом уже покупают, приобретают. То есть более серьезные. Начать лучше как раз-таки с этой модели. Да, да. Как работает это устройство? Так, вот смотрите, он. Давайте начнем прям с коробочки. То есть у нас вот такая коробочка. Угу. Вот такая коробочка. Все у нас лежит вот так вот в кейсе. Сейчас мы откроем, потому что мы вытащили. Здорово, это и хранить удобно, и да, причем, очень посмотрите, удобно. Презентабельный вид, можно в подарок. Да, очень презентабельный вид, хорошо он выглядит. Изначально все это у нас в пленке, так как мы сейчас распаковали, чтобы показать вам все. Да? Вот, и такая вот у нас коробочка. Ух ты! Да, вот сам аппарат. К нему в наборе идут вот такие картриджи, это сами расходники так называются, да? Вот такие картриджи. Их два. Два. Это идут как бы бесплатно в наборе. Угу. Вот, про картриджи мы чуть позже сейчас расскажем, да? Инструкция идет на русском языке. Угу. И зарядное устройство. То есть подзарядить можно? Можно. Большой плюс розетки всех этих аппаратов, что аппараты работают как от сети, так и от аккумулятора. То есть мы можем его зарядить как телефонное устройство. Да. И работать. А на сколько хватит? Вот этой зарядки модели хватает на 2-3 часа. О. Да, то есть мы зарядили и можем спокойно 2-3 часа. То есть мы не будем работать 2-3 часа. Где-то процедура занимает 15-20 минут. А, то есть, это, в принципе, убрать намного раз да, получается. Да, мы можем зарядить и убрать его там в шкафчик, и он у нас лежит заряженный. Вот, могу показать, как он включается. Давайте сначала вставим картридж. Вот у нас есть уже открытый. Мне интересно принцип именно. Вот у нас устройство, ты показала картриджи. Для чего они? Картриджи идут разные ко всем этим аппаратам. Есть картриджи на 12 игл, вот, как раз такие иголочки, на 12 игл, 24 иголочки, 36 и 42 иголочки, и также наноиглы. Эти все картриджи будут у нас справляться с разными проблемами кожи и также с типами кожи. То есть чем плотнее кожа, чем возрастнее кожа, мы работаем иголочками 12 игл. Вот они, видите, какие, как кинжалы такие, даже нет, не как кинжалы, такие прям как и иглы. Тоненькие, да. Да. А если кожа тонкая получается, картридж какой нужен? Мы будем лучше выбирать картридж, если тонкая кожа, на 36. А, на 36, на 42. Да. Вот этот картридж, 42 иголочки, мы чаще всего предлагаем клиентам возрастным, с возрастной кожей, пористой кожей, жирной кожей. Да. И этот картридж выбирают также для работы по телу. Но вообще, в принципе, в инструкции мы все это сможем потом для себя найти. Все, конечно. Даже если какие-то останутся сегодня неоткрытые вопросы, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам, менеджерам, которые всегда ответят на все вопросы, помогут подобрать и картридж, и сыворотку. То есть. А я правильно поняла? Два картриджа идут в наборе, да, но еще набор можно докупить, мы необходимо. Еще вот, да, вот раз мы уже начали, какой, чем плюс, что вот одну вот это вот, один этот прибор, один всего лишь прибор, может решить разные проблемы, можем работать, да, как я уже говорила, и на лице, и на коже головы, и с телом, всего лишь менять
менять картриджи. Он одноразовый, вопрос? Картридж, приходит, да, одноразовый. Угу. Запомним как аксиому. Картриджи одноразовые, так как тут иголочки. Многие у нас тоже клиенты спрашивают, можно ли его там как-то чем-то почистить и убрать. Нет, нет, конечно же, потому что мы работаем все-таки с лицом, не дай бог что-то как-то может попасть у нас. Нет, мы его использовали и выбросили. Ага. Так, ну вот давайте начнем. То есть картридж мы вставляем. Вот таким образом он вставляется. Легко. Да, защелкивается, так немножко закручивается. Все, у нас прибор готов к работе. Включается. Вот, он вот так включился. Аппарат имеет 5 скоростей. Угу. То есть чем больше скорость, тем больше у нас... Движение, быстрее, да. Да, быстрее движение, то есть мы быстрее сделаем процедуру. Ну, естественно, чем больше скорость, тем клиент, либо вы сама, если себе делаете, меньше болевые ощущения. Угу. Вот, чтобы поменять скорость, вторая, третья, четвертая, пятая, слышим, правильно? Да. Вот. Смотрите, также инвазивность. У нас есть инвазивность от 0 до 0, ой, до 2,5 миллиметров. То есть мы можем иголочки эти вытащить так, как нам будет комфортно работать, да, по лицу либо по телу. Инвазивность, то есть это глубина. Глубина, да, да, глубина иголочки. Вот смотрите, вот он 0 у нас, да, вот мы увеличиваем 0,25. Давайте мы на максимальную поставим. Вот 2,5, и у нас, если приблизить, мы видим, прям вот да, они, да, иголочки, да, 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 гуляют туда-сюда. Вот благодаря вот этим микропроколам, вот этим иголочкам, у нас будет вырабатываться, во-первых, будет регенерировать кожа и вырабатываться собственный коллаген и эластин. Благодаря вот этим проколам. Я еще потом покажу, да, все, ну давайте вот на руке. То есть вот она у меня немножко травмирует как бы кожу. Вот, вот таким образом мы работаем. Это, конечно, на максимально немножко чувствительно. А что ты чувствуешь? Ну, я чувствую, ну, давай попробуем на тебе. Это максимальная глубина у нас иголочки. Ой. Вот. Ну, вот на такой глубине это 2,5, да, и на картридже 12 иголочек чаще всего выбирают по работе на тело. А можно еще раз? На работе по телу это такие проблемы, как стрии, растяжки. То есть жировые отложения. А знаете, я хочу сейчас рассказать нашим зрителям ощущение такого, немножко током как будто ну бы, да, знаешь, терпимо, скажите. Терпимо, да, да. Сначала немножко так, да, раз, все взбодрился. Терпимо. Но это мы делаем на сухую кожу. Можно работать и на сухую очищенную кожу. Но, естественно, если мы будем применять сыворотки, которые именно будут избавлять от проблем, которые у нас есть, сыворотки разные, конечно, эффект будет в сотни раз, в сотни раз. Я правильно поняла? Мы наносим сыворотку на лицо. Да, мы наносим на лицо. Сыворотку на лицо, либо на тело. У нас есть сыворотки для лица, для кожи головы. Но, Лен, эти сыворотки, да, они тоже по какому-то назначению имеются в виду? Выбираем сами. Допустим, угол лица, да, скорректировать? Или конечно, сыворотки на все проблемы кожи, на все проблемы кожи есть от... Для возрастной кожи, от акне, если у клиента или у девочки проблемы с кожей, да, высыпания какие-то, есть сыворотки, которые лечат это. Также сыворотки есть для кожи головы, вот, вот они такие вот, вот так вот выглядят. Это компания тоже корейские, южнокорейские компания, южнокорейская компания Dr. Drow. Сывороток очень много. Вы также можете все это приобрести на Озоне, проконсультироваться, да, спросить. Мы всегда поможем, всегда посоветуем выбрать сыворотку, нужную для вашей проблемы. Также сыворотки есть вот для тела, по работе по телу. Это липолитики. Липолитики, да, слушайте, которые, да, борются их локально, с лишними, да, отложениями. Да. Локально можно использовать. И смотрите, друзья, я понимаю, что информации много для вас. У нас, к сожалению, стрим длится всего 1 час. Поэтому будьте внимательны. Я понимаю, что, возможно, сегодня, знаешь, мы не ответим абсолютно на все вопросы. Но если они у вас возникают... Всегда можете обратиться в нашу компанию VBG Cosmetic, да, у нас работают специалисты, которые всегда проконсультируют и помогут выбрать и
аппарат, и сыворотку, и картридж для вашего типа тела, лица. Да, для проблемы, которые да, необходимо конечно, устранить. Конечно. И также на площадке Озон можно также задавать вопросы, угу. и также специалисты ответят. Сейчас мы немного посмотрим наш чат, потому что сегодня зрители у нас тоже активные, как обычно, вы большие молодцы. Я приветствую всех вас. И обратите внимание, что вот сейчас увидел, эфир больше подходит для косметологов. Я тоже сначала так думала. Но вот как раз-таки, Лена, спасибо тебе огромное, что сегодня пришла. Смотрите, мы знакомимся с вами с устройствами, которые, конечно, подходят и для профессионального ухода, но и для домашнего. Вы можете самостоятельно их использовать. Всему научит Лена. И, кстати, я хочу сразу порадовать наших зрителей. Мы уже говорили о том, что для вас компания подготовила подарок, да? Да, конечно, мы подарим подарок. Какой? Можно уже открыть? Да. Мы подарим вот этот как раз-таки аппарат. Вот с которого Лена рекомендовала начинать да. знакомство. Дермапен называется Ultima N2. Круто, друзья, сегодня будет счастливчик, который получит вот этот, собственно говоря, аппарат. Мы будем говорить, ну, относительно того, что вот как раз-таки с него идеально начинать знакомство с этой технологией. Да, да, поэтому, очень прост в обращении. Да. Насадки дополнительно все, сможете подобрать, да. Две входят в изначально в упаковку, в подарок и так далее. Да. Друзья, единственное, вам необходимо сегодня быть активными, креативными за самый классный вопрос, который понравится Елене, будь то он будет самый интересный с точки зрения именно технологии, или может быть какой-то бытовой вопрос, а может быть с креативом подойдете к этой теме, неважно, вот что Лене понравится, так тому и быть, мы объявим победителя ближе к концу стрима. Сейчас, смотрите, мы уже с вами обсудили одну модель, первую как раз-таки устройство, сейчас будем плавно переходить дальше, но давайте так, можно я скажу сейчас максимально простым да, языком? А я все-таки хочу ответить, Стася, все-таки давай, вот вопрос, да, человек задал, что подходит больше там для косметологов, что-то такое. Да. Да, действительно, это любимая, одна из любимых процедур, которые предлагают косметологи, да. Но эта процедура настолько проста, что ее мы можем использовать дома. В чем плюс? Сейчас настолько бешеный ритм, да, у женщин, у девушек, мы не всегда можем попасть к косметологу. Мы можем сходить раз, но чтобы избавиться от какой-то проблемы, нужно посещать его регулярно. И хотя это иногда курсом, так дорого. Да, и это дорого где-то возможно. Имея этот аппарат, приобретайте нужную сыворотку и делайте себе эту процедуру. Я покажу позже, что она совершенно не сложна. Вы делаете эту процедуру в любое удобное для себя время. Вечером уложили детей, там что-то как-то, да, в выходные. Вы также можете его взять с собой, как вы поняли. Да. Вы даже можете не брать зарядное устройство, зарядить его заранее и кинуть его в сумочку, в косметическую, понимаете, и любую сыворотку, и сделать в любое время эту процедуру, чтобы не останавливался процесс у нас, да, по уходу за кожей. И Лариса, хочу такое, вы написали, все просто, участвуйте в розыгрыше, потому как сегодня будет разыгран как раз таки один из наборов, в данном случае вот вы его видите, и плюс ко всему, если вдруг не повезет сегодня в розыгрыше, вы можете также во время стрима на Озон, вы знаете, что самые выгодные цены, сегодня скидки до 70%, выбирайте, задавайте вопросы, и плюс ко всему, даже после приобретения, обратите внимание, что Лена и компания, да, вы готовы отвечать на вопросы, конечно, проконсультировать. Всегда. Поэтому будьте внимательны, не бойтесь задавать вопросы. Ой, у нас какой-то тут друг появился, комарик. Вот, и смотрите, все вопросы мы ждем в чате. Ну и, конечно, обратите внимание, что это устройство, которое вы используете с сывороткой, и в дальнейшем вы... Да, можете у себя дома буквально полноценный косметический кабинет оборудовать. Абсолютно, потому что это совершенно несложно, и такая компания, как мы, VBG Cosmetic, да, являемся, повторю, дистрибьютором официальным на территории России. Мы всегда, у нас всегда есть в продаже, да, расходники, картриджи, нужные сыворотки, крема для восстановления кожи. То есть, еще вот скажу, что, может быть, есть на рынке какие-то другие
похожие аналоги, да, других брендов, но часто звонят клиенты и спрашивают: девушка, а у вас есть картриджи, расходники для такого-то аппарата? А мы, у нас нет, потому что это другой бренд. Да. А где же вы брали? Да, мы брали там на выставке где-то. То есть нету представителя на территории России, и все, аппарат лежит пылиться. Да. С нашими, если вы приобретете аппарат у нас, такого не будет. У нас всегда в наличии картриджи, расходники и консультация специалистов. То есть. Так, ну вот как раз таки давай перейдем к решению проблем, да? Я не знаю, я смотрю на чат и опираюсь на него. Мы обсудим же, вот подходит, конечно, ли это для высыпаний, конечно, или вот как решать все эти вопросы. И как раз таки я поняла, что с помощью данного устройства мы можем подойти к решению этих вопросов. Любой, да. Я же перечислю еще раз. Мы можем добиться, убрать дряблость кожи, убрать возрастные изменения, мелкие морщины, также избавиться от мимических, даже более глубоких морщин. Также мы можем, это по работе, девочки подсказывают, по работе с кожей, с телом, это остри, растяжки, вот таким картриджем 12 игл, который мы сегодня показываем. Рост пока... волос на рост голове. Рост волос, мы также работаем, да, по росту, для роста волос, по голове этим. А всего шрамы? Лишь надо выбрать сыворотку. А чтобы шрам был... можем убрать? Можем убрать, конечно, это работа, ни одного раза чудес не бывает, девочки, вы наверняка это знаете, то есть ежедневный уход. Уход, постоянный уход, конечно, приведет кожу в порядок. Да. Естественно, он станет, кожа станет, скажет вам спасибо за уходом, если вы будете его делать правильно и регулярно. Я только одно сейчас добавлю. Ребята, обратите внимание, мы с вами говорим про устройство и дополнительно к нему картриджи. Они подбираются отдельно, либо идут в комплекте, но это одноразовый картридж. Одноразовый. Самое главное, вот запомнить то, что, вот, ты знаешь, есть у нас черта такая, что мы слушаем, потом делаем по-своему. Конечно. Использовать его нужно единожды для достижения правильного, грамотного, здорового результата. Да. Во-первых, эти иголочки тупятся. Это во-вторых. Во-первых, конечно же, мы работаем с кожей. Зачем, не дай бог, нам занести что-то, что-то нужно? Картридж не стоит больших денег, понимаете? И вы сможете помочь, конечно, подобрать, конечно, да? Естественно, всегда, всегда рады помочь и выбрать нужные картриджи. Вот. Давайте, может быть, мы расскажем про все остальные модели. То есть вот про вот эту первую модель мы рассказали, что она имеет 5 скоростей, у нее инвазивность от 0 до 2,5 мм. Да. Да, он очень прост, вы видели, в применении имеет зарядное устройство, работает как от сети, так и от аккумулятора. И как раз таки с него можно начать, можно, если да, немного... Он, да, очень демократичен, боитесь, по цене. Да. То есть, кто хочет ознакомиться, понять, его ли эта процедура, мы рекомендуем начинать, допустим, с этого аппарата, с Ultima N1. А другие? Вот, потом вышел вот этот аппарат, Ultima M5. Он тоже алюминиевый, вот так вот он выглядит, такого приятного цвета. Это алюминий, да? Это алюминий, да. Ух ты. Тот у нас пластиковый, да, был, да, это идет, да, у нас уже алюминий, да. Угу. Также так, где-то у нас картридж. Вот, также мы его, он также идет в коробочке у нас, имеет вот также, зарядное устройство, да, зарядное устройство, также мы его можем заряжать, как и предыдущий аппарат, заранее и работать, также от сети он у нас работает, вот, также идут два картриджа, здесь они у нас в коробочке лежат, два картриджа идут в наборе. А чем отличается от того, с которым мы начали? Здесь у нас до, получается, до 3600 ударов в минуту. Этот немножко аппарат помощнее. Он до 5400 ударов в минуту. А на что это влияет? Ну, это быстрее. То есть мы здесь, допустим, несколько раз можем проходить эту зону, там, 3-4 раза. Здесь нам будет достаточно одного раза пройтись по лицу. И, то есть, будет такой же, ну, то есть, эффект. Не эффект, а... По времени просто, экономия как бы времени. Давай так еще, в среднем сколько можно делать по длительности процедуры? Ну смотрите, то есть смотря какая проблема, все проблемы, конечно, делаются по-разному. То есть если это молодая кожа, да, это молодая девчонка, там, то естественно не надо ее там прям сильно вбивать что-то в нее. Мы делаем, вообще можно делать нано-картриджами, где нет иголочек. А что просто, такое? А как он выглядит? Он выглядит так, сейчас секундочку. Мы его найдем.
И получается, что выглядит для каждого вот решения свое время. Конечно, да, да, им это вот такой капиш, он не имеет иголочек, платформа такая, как бы с такими попурышечками, у нас будет средство вбиваться в кожу, не, то есть не будет микропроколов. И оно лучше проникает, да, кожа, крем или да, сыворотка? Да, кожа молодая, зачем ей регенерироваться? Она еще молодая, еще процесс запущен у молодой кожи. А вот с какого кожи? Возраста, Надежда уточняет, ну, можно вообще использовать? Я бы рекомендовала, везде пишут 25, да, я 22, но все настолько индивидуально, вы же сами понимаете, то да. есть процесс как бы взросления у всех свой, ритм жизни, образ жизни, поэтому... А есть противопоказания какие-то? Противопоказания, конечно же, есть, это диабет, плохая свертываемость кожи, раковое заболевание, да, какие-то высыпания, то есть какие-то экземы, то есть вот разные какие-то вот заболевания. А еще вопрос тут был по поводу, если на лице папилломы, можно проводить эту процедуру? Или нет, локально? Вот, я же говорю, противопоказания, да. Папилломы, нет, мы обходим стороной, да, потому что, да, сначала надо избавиться от этих проблем, да, это уже все-таки мы идем к дерматологу, то есть не трогаем сами, не занимаемся самолечением. А потом уже, когда у нас этот очаг заживет, где было, да, папиллома, там мы уже, конечно, работаем. А если вот, например, в положении девушка, можно вот использовать? Вот также, как бы производитель, да, и сывороток, и аппарата, да, прибора не рекомендуют, конечно же, да, потому что все-таки это микропроколы. Это... Либо вот этим картриджем, либо который вбиваешь. Либо картриджем, да, вот который подходит для молодых девчонок, это картридж, который просто поможет на более глубокий слой эпидермиса у нас вбить сыворотку. А у меня еще вот такой вопрос. Ты сказала про то, что не рекомендуется людям, у кого плохо, не очень хорошо со свертываемостью крови. Да, ну, я думаю, почему это влияет? Ну... Что может? Проколы, они тоже разные из-за иголочек и могут быть... Плохое заживление, кровь, да? Конечно, конечно. Там уже, если клиент или там человек знает об этой проблеме, он наверняка об этом тоже знает, что ему не всегда полезно, то есть ран. Да, я там, просто к чему задаю этот раны. Вопрос, что я сначала, ну я первый раз, так же как и вы, знакомлюсь с устройствами, и если вы его используете, то есть это нормально в зависимости от выбранного картриджа, что у вас может появиться сукровица. Сукровица, да, может появиться. У меня чуть-чуть вот сейчас на руке. Это нормально. Это нормально, благодаря да. этому у нас и происходит регенерация, и затем вырабатывается собственный коллаген. Да. То есть у нас происходит заживление, и благодаря этому кожа... У нас кожа начинает, подкожные клетки начинают лениться с возрастом, понимаете, да, после да, 25 да. лет спать начинают, не хотят работать. Мы благодаря этого аппарата и картриджам, да, взбудораживаем эти клетки, и они начинают, что-то тут произошло, и начинают работать, и, то есть... Проблемы у нас уходят. Просыпаются, да? Просыпаются, и я правильно понимаю, что если мы, к примеру, задумали сегодня сделать эту процедуру, мы не планируем после этого наносить макияж и бежать на свидание. То есть надо немножко выделить себе время, потому что... сутки полтора. Покраснение и, возможно, да, вот... Да. Например, какой-то результат, который не волнуйтесь, не переживайте. Вот я сейчас на руке, мы когда проверяли, хочу показать, есть вот эти вот прокольчики микро-микро, сукровица. То есть это на самом деле и показывает то, что не просто так мы это все проводили, это все работает относительно того, что да, через эти проколы просыпаются те самые заснувшие клетки. Это, вот, Стасия, это целый как бы протокол, про который мы расскажем, что да, мы добились, не всегда бывает сукровица, потому что, чтобы добиться сукровицы на лице, надо потерпеть, потому что у каждого человека свой порог болезненности, да, не каждый может вытерпеть сукровицу, поэтому в чем еще фишка этого прибора, что у нас есть инвазивность, понимаете, мы вставляем картридж, понимаете, и мы когда на нем работаем, вот мы сейчас его включим, мы можем выставить комфортную вот для себя инвазивность. Больно нам в этой области, да, некомфортно. Мы убираем иголочки обратно, пробуем и выбираем для себя удобную глубину иголочки, и там уже делаем процедуру. То есть все настолько просто, настолько комфортно для человека, то есть работать с ним дома, что, ну, то есть выбираешь для себя комфортную глубину иголочки и делаешь процедуру. А ты заговорила про протокол проведения процедуры.
Да, мы когда вот сейчас будем, допустим, перейдем, да? Перейдем. Давайте я расскажу, да, мы так и не закончили, да, про все это представить надо, все аппараты. Да, после, ну, как бы рекомендуем, после вот N2, Ultima N2, вышел вот этот дермапен. Он немножко помощнее, у него 5400 проколов в минуту, он включается, заряжается тоже отдельно, в коробочке идет зарядка, два картриджа, инструкция на русском языке, он включается вот таким образом, 2 секунды мы нажимаем на кнопочку, видим, у нас горит светодиод, и если нам нужна больше скорость, вот, видите, по шуму мы слышим, что у нас максимальная скорость. И работаем, выбираем, опять же, нужную инвазивность и работаем. Да. Вот, ну, наносим нужную сыворотку и работаем. То есть вот такой аппарат. Тоже он любимчик, кстати, на рынке этот аппарат. Очень много, ну, пользуется популярностью этот аппарат, да, так скажем. Есть точно такой же, с такими же техническими ресурсами аппарат. Он отличается только цветом, вот, и он буквально через 6 месяцев вышел вот после вот этого розовенький. Да, розовенький. Девочки любят розовый, ну, какие-то девочки любят и цвет шампейна. То есть вот он точно такой же. Он отличается по цвету. По то есть цвету. Можно выбрать для характеристики себя. У него, да, такие же. 5400 ударов в минуту, 5 скоростей и также инвазивность от 0 до 2,5. Также коробочка, также у нас здесь зарядка. Инструкция, да, 2 картриджа на 12 иголочек. То есть вот они похожи, практически одинаковые. Есть, конечно же, аппарат помощнее, который выбирают косметологи как раз-таки, да, для работы с клиентами. Это аппарат Ultima N6, вот, он выглядит вот так, он уже и выглядит посерьезнее, он такой уже и потяжелее немножечко. То есть это, скажем так, для более продвинутых пользователей? Продвинутых, он мощный, у него до 10 ударов в минуту, то есть, понимаете, ну как бы, чем больше ударов... 10 тысяч? Да, в минуту, чем больше ударов происходит, тем быстрее делается процедура. Да. Если у косметолога очередь, да, то есть в записи, он быстренько делает процедуру вот этим аппаратом. И еще какой плюс у него? У него идут также дополнительно зарядные устройства. Ух ты! То есть мы его зарядили, да, он работает 3 часа. Не всегда, не всем удобно работать со шнуром. Да. Вот. Быстренько пришел новый клиент, нам не надо ждать заряжать, вот как телефон, да, мы поменяли зарядное устройство, работаем дальше, поэтому его выбирают вот именно этот аппарат. То есть это уже прям для профессионала. Да, больше, да, подходит. Инвазивность у него также от 0 до 2,5, и он помощнее у нас, вот этот аппарат, выбирают это чаще всего косметологи, да. Тоже в наборе идут 2 картриджа, то есть вот Ultima N. И из аппаратов А6. Еще осталось 2, да, получается? Да, а вот этот, про это тоже надо обязательно сказать. Давай. Посмотрите, какой он симпатичный, тоже такой вот весь голубенький. У него плюс отличие от других аппаратов, ну, как физический, да, вид, то есть отличается. Дизайн. И у него, у одного из всех этих аппаратов, инвазивность 3 миллиметра. Ух ты! Для чего нам нужна такая глубокая инвазивность 3 миллиметра? Им замечательно работать по коже, на теле. Это растяжки, да, вбивание сыворота, который у нас липолитик, сыворотка. То есть вот в этом его фишечка. Вот данную модель необходимо выбирать тем, кто больше озабочен как раз телом. Еще и телом. Да, телом, либо еще хорошо этот аппарат с работой по лицу, когда остались постакне. То есть это такие шрамы, знаете, вот в молодости, в юности у нас сыпет лицо, потом ты переходишь это, да, в возраст, и остаются такие рытвины, все это можно исправить. Чем глубже будет у нас глубина иголочки, тем все это быстрее выпрямится. Вот то смотрите, есть... сейчас вы поняли, чем отличаются устройства, поэтому, если что, мы потом еще раз повторим, но вот в данном случае именно данная модель у нее гораздо более глубокая. Да, до 3 миллиметров, до 3 миллиметров. Глубина и здесь. Остался еще один. 2 у нас еще осталось быстренько. Это последнее. Точно. Смотрите, вот, вот это из вот таких вот ручкообразных, да, дермапенов. Это последняя модель ранее 2000 вот этого года. В том, по-моему, нет, вру, в конце того года вышла эта модель.
Она очень удобная, я потому что пробовала как на ней работать. Прям, да. Здесь вот посмотрите, вот такие выточки, ее прям держишь как ручку. Вот, здесь она будет отличаться от других моделей тем, то, что у нее будет зарядное устройство, то есть если мы зарядили, да. до 6 часов держать, потому что новый аккумулятор, да, то есть мы зарядили 6 часов, он у нас держится. Также идет в наборе 2 картриджа, инструкция на русском языке, зарядное устройство, 5 скоростей, также вот включается он у нас, 5 скоростей. И а такая же инвазивность. Вот здесь вот ударов тоже. А, здесь 8000, он помощнее. Ага. Ну, так как он новый, он немножко помощнее. А проникновение глубина? Глубина также от 0 до 2,5. Ага. То есть у нас максимальная глубина в синем, да, до 3. Все, поняла. Ребят, вот обратите внимание, что вот сейчас вы поняли, чем данные устройства отличаются друг от друга. Еще остался один на обзор. И смотрите, все, что вам понравилось, вы можете сегодня успеть приобрести во время стрима или час после него со скидкой. Вам необходимо зарегистрироваться на платформе Озон. Все скидки действуют. Плюс ко всему, сегодня именно тем, кто зарегистрировался и у кого есть личный кабинет, кто указан, под такими именами своими, а не вот юзер, видите, вот это незарегистрированный человек, он не сможет участвовать в розыгрыше. Поэтому, если хотите получить в подарок сегодня, вот мы с вами уже знаем, чем отличается вот этот красный, ну, красно-белый аппарат, вот его как раз-таки получит победитель в подарок. Но я предлагаю перейти к звезде, к звезде. Последнему. Да, это чем последняя модель, и у него... Фишка в том, что здесь у нас мы можем, то есть дермапен идет сыворотка, сыворотку мы наносим поверх и работаем, а здесь у нас идет подача сыворотки, так как тоже более сейчас начали выбирать косметологи, давайте, может быть, мне здесь встать как? Да-да-да, можно сюда пройти. То есть он вот выглядит вот так, давайте его откроем. А, он еще и открывается. Да, вот, здесь немножко другой принцип работы. Здесь у нас идут вот такие вот механизмы. Это картридж. Картриджи к этому аппарату идут как 9 иголочек, 12, 24, 36, 42 и нано. Двух вариантов, 3D и 5D. Вот, то есть тоже к нему все можно это приобрести. Посмотрите, какой здесь немножко такой необычный механизм, но он удобен на самом деле. Также идет у нас здесь зарядное устройство, он также работает как от сети, так и от аккумулятора. Идет в наборе вот такой шприц, просто он у нас открытый, я его открывала, да? Все у нас, когда мы покупаем, все запечатано, все закрыто. Да вот мы закрыто. Даже видим, коробочка закрыта. Да, чтобы даже когда вы будете приобретать, смотрите, всегда проверяйте картриджи, чтобы они были вот так вот хорошо запечатаны, чтобы не было никаких где-то там открытых, чтобы где-то не дай бог был открыт, да, должно быть все стерильно. Вот сюда мы забираем сыворотку, да, сыворотку. Так. Да. А, то есть шприц. Да. Стася, подержите, пожалуйста. А я правильно поняла, что это тоже, скажем так, уже для более набитой руки. Может быть, но на самом деле тоже. Все справятся, да? Конечно, тут ничего сложного. Смотрите, вот идет картридж, он просто у нас вот с таким вот устройством, то есть вставляется вот сюда. Здесь у нас, допустим, сыворотка, которую мы с вами набрали. Картридж мы вставляем, как обычно, как и в предыдущих моделях. Вставляется он у нас. Ой, сейчас, секундочку. Ой-ой-ой. Давай подержу. Помогите, да. Вот, мы его закручиваем, он у нас закручивается, все, мы закрутили его, сыворотку эту вставили, вот, и включаем аппарат. У нас в чем фишка этого аппарата, да, то, что у нас будет автоматическая подача, вот мы идем до... Вот этой сыворотки, да, вот отсюда? Да, сейчас она дойдет у нас немножечко, видите, далеко у нас стоит. Медленно, да. То есть сейчас вот эта штучка дойдет до вот шприца и будет у нас... Так, нет, она вот идет там. А, то есть по ней мы смотрим, она пододвинется и будет давить. Да, то есть мы будем нажимать, когда вот сюда, и у нас будет подача автоматическая. Нам не нужно брать сыворотку и постоянно ее наносить на кожу. То есть у нас будет поступать отсюда сыворотка на кожу, и мы
спокойно себе работаем. Нажимаем, нам нужна сыворотка, мы видим, что сыворотки у нас будет мало, да, на области там лица или тела. Мы раз нажали на кнопочку, у нас вылится. И вот здесь вот дожали. Да, дожали, она дожмет автоматически. То есть он будет отличаться, этот аппарат, тем, что у нас автоматическая подача сыворотки. То есть вот такой вот аппаратик. У нас уже девчонки в чате и шутят, если муж вас обидел, девочки, дождитесь, пока уснет, и действуйте с этим аппаратом. Да, действительно, я говорю то, что не всегда сейчас удобно. Я делаю так, вот действительно, на самом деле, когда я начинала, да, заниматься косметикой, оборудованием, все прошла на себе, как говорится, да, как подопытный кролик, поэтому приобрела себе тоже аппарат и все это делала. Вот. Но тут на самом деле уже огромное количество вопросов именно по поводу протокола, как делать эту процедуру и как под глазами, шея, лицо, давайте, целлюлит. Я возьму картриджи сейчас, возьмем, давайте, какой выберем, давайте новый возьмем, вот этот красивенький, мне он очень нравится, вот этот вот аппарат, который называется E30, и перейдем, наверное, к зеркалу. Давай. Да, я сейчас покажу, расскажу. Давайте перейдем, возьмем сыворотку. Я вот выбрала сыворотку под себя, у меня вот тут что-то высыпало на лице, я выбрала. То есть мы сейчас будем видеть, да, как сразу, я делаю, как это, как я делаю это дома, да, допустим, дома так. Круто. Да. Давай. Я выбрала сыворотку корейского производителя Stevia. Тоже очень себя этот бренд зарекомендовал на рынке как в России, так и за границей. Это мега популярные для косметологов, также и для домашнего использования сыворотки. А у нее какое действие? Вот я себе выбрала от акне, потому что у меня немножечко вот здесь что-то вот повылазило. Ну, как бывает, сами знаете. Да, я выбрала себе вот на сегодня эту сыворотку. То есть, кто сейчас во время стрима задавал вопрос по поводу воспаления, высыпаний, прям скриньте экран, и потом здесь же на Озон в этой компании, у этого же бренда найдете, да, правильно? Это Stevia. Да, да, Stevia. Дорогие девочки, там мальчики, кто нас смотрит, еще на самом деле у нас будет еще не один выпуск, где мы будем именно рассказывать про все вот эти сыворотки профессиональные, которые будут использоваться с дермапеном. Вот. Ну, то давайте начнем, давай. Да, вот как будет удобно меня снять. У меня немножко есть макияж, давайте я возьму немножко... ватный диск, ну как я это делаю дома, да? Это очень здорово, то, что у нас сейчас во время стрима такое происходит, потому что здесь мы видим воочию, как вообще пошагово работать с данным устройством и как пошагово подготовить себя к процедуре. Да. То есть давайте зафиксируем, удаляем макияж. Обязательно лицо должно быть очищено от макияжа, еще, конечно, лучше вот обработать его хлоргексидином, чтобы убрать все ненужности на коже. Давайте такие моменты, я думаю, почему у нас час всего в стриме? Давайте я постараюсь побыстрее, я вот эту сторону сотру, вот которую у меня, видите, акне немножко почему-то вылезло. Вот такое у всех бывает, слушайте, мы живем в большом городе, то питание, то воздух. Да, да, поэтому спокойно, я уложила всех спать, включила телевизор, все настолько, все это комфортно, у меня телевизор перед собой, беру вот эту сыворотку, все тут показано, мы ее вскрываем. Ого, прям. Сыворотки прямо хватает. Вот обработать лично мне, ну вот с моим форматом до лица. Вот мое лицо, я обрабатываю часто шею, лицо, ну бывает в воде зону декольте. У меня от 2 до 3 миллиметров, миллилитров уходит сыворотки, ну где-то вот так вот примерно. А здесь сколько? Здесь у нас, по-моему, 8. А, то есть на 3 раза в среднем. Вот этой сыворотки на 3 раза. Также есть большие, вот там у нас представлены, есть большие, удобно тоже их приобретать. Чаще вот эти маленькие приобретают у нас косметологи, чтобы долго не стоял препарат, да, его использовали на 2-3 клиентов, либо если уже ходит конкретно клиент, да, да, чтобы убрать. Большие это вот, да? Да, да, вот, тоже на все проблемы для кожи головы и старения, антиэйджи, и пигментация, если у нас но на мы ждем лице. Следующий стрим, чтобы узнать все про сыворотки. Вот. Далее. Вот, идет такой колпачок к нему для удобного использование, знаете, он один, сразу в комплекте, да, он идет в комплекте, в коробочке. Мы коробочку распаковали, ну вот. Если что, я сейчас. Вот, найду. Ну давайте начнем, смотрите, вот мы очистили, да, все у нас чистенько, я беру, все видно, вот нанесла, чтобы пальчик тоже был чистый, можно где-то даже перчаточку одеть, вот нанесла сюда сыворотку эту, да. Я нашла эту коробочку. Да, да, ну мы их вытащили все. Такие вот коробочки, да. И тут они даже серьезно? Вот эти все. Да, тут вот можно то, что там у нас стоит. Да, все для разных.
сразу целый комплекс. Саша, вернись, тут самое интересное сейчас будет. Так, мы вскрываем картридж, как всегда говорила, чтобы все было хорошо запаковано. И, девочки, он одноразовый. Да, обязательно. Ну, зачем, не дай бог, там где-то ножницы можно сейчас, тогда, да, девчонки? Да. Угу. А все уже открыла, ага. Я беру 36. 36, это для кожи, так скажем, ну, вот не то, что для молодой. Кто боится боли, такой как я, то есть у меня низкий болевой порог, и я всегда выбираю себе картриджи 36. Пусть я лучше сделаю больше процедуры, да, и добьюсь такого эффекта, угу, но я лучше выберу 36. 12 игл картриджи, они более болючие, то, да, есть они тоненькие, длинные, и они более ощутимы на коже у нас. Я выбираю для себя картридж с 36 иголочками. Вставляется, включается. Попробуем, я начинаю всегда выбирать сначала минимальную глубину иголочки, ну, допустим, 0,5, то есть вот у нас... С этого лучше вот, начать, да? Вот у нас вот здесь, вот видите, показана вот эта вот линия, откуда, да, вот, ставлю я 2, это много, будет, может быть, больновато. Ставлю, вот с одного начну. Все, у меня здесь я намазала и пошла. Достаточно комфортно. Что ты чувствуешь? Ну, как бы, я бы даже, может быть, сделала и побольше. Да? Да, то есть это все индивидуально. Да? Вы терпите, вам комфортно, сделайте больше. Все, я вот увеличила до 1,5. Лен, а сколько нужно сеансов в среднем, вот, по твоему опыту? Я думаю, что от 4 не меньше. А-а-а. Но, девочки, вы, если проработаете хорошо лицо, даже если у вас акне, даже если у вас пигментация, вы увидите эффект сразу. Увидите эффект, у вас подтянется кожа, кожа станет розовее, плотнее. То есть, как часто? Вот ты сегодня сделала, я а вот сегодня сейчас раз, сделаю, когда? Да, заберу сыворотку, доделаю уже сегодня дома. Сделаю, наверное, еще через 2 дня. А, то есть, да, раз в 2-3 дня, да? Да, то есть, либо мы вот делаем вот таким образом, как прокалываем. Угу. Если кому-то вообще прям сильно больно, да, он может ее убрать, иголочку, да, и делать, вот я сейчас покажу, то есть можно вот такими массажными еще, ну, кто-то, допустим, вообще боится боли, да, или что-то, да, да, то есть вот такими, А-а-а. массажными, вот. Но ты, все равно там есть вот это вот, да, конечно, я ощущаю, иголочка. Да, я ощущаю ее. Вот, и благодаря вот этим микро-микро проколам у нас происходит, как я говорила, регенерация, коллаген свой собственный, да, с эластином, да, вырабатывается, и проникает в более глубокие слои вот эта чудо-сыворотка, чудо-сыворотка, которая как раз-таки направлена с работы с акне, да. Вот, также если там выбираем сыворотки с витаминами, ну, на разные то проблемы есть... кожи. Так, все, на, допустим, любую локальную проблему. Да, да, да. Вот мы сделали лицо, проработали, да. Может быть, немножко небольшое покраснение. Оно уйдет. Для, да, того, чтобы оно ушло, я всегда, подайте любую масочку, перед тем, как я начала, да, делать, я кладу маску в холодильник, потому что, может быть, такое будет ощущение, ну, как подпекает. Ну, вот поработали на нем, чувствуется. Я кладу маску в холодильник. И просто мне... лучше не планировать на этот день, скажем на этот, так, я делаю, важных... если для домашних условий мы это делаем, мы лучше это делаем вечером. Вечером. Вечером мы спокойно легли спать, у нас за ночь все, кожа успокоилась, все, я достаю, допустим, любую маску, которая у вас есть дома, вы ее немножко охладили, нанесли на лицо, подержали 20-30 минут, в зависимости, да, сколько там написано на маске. У вас уже кожа успокоилась. И, конечно же, рекомендую после вот этих процедур, когда вы их делаете, вот такие вот крема, тоже от компании Stevie, как вот эта сыворотка, с которой я сегодня работала, это Repair крем, Repair это восстанавливающий крем. Да. То есть они сами по себе хороши, то есть там шикарные составы, ими можно пользоваться каждый день, но если вы будете пользоваться после этой процедуры, быстрее уйдет покраснение, также будет лечить и это вот проблему мою, да, акне, то есть... То есть это пошаговый комплекс. Да. И очень удобно в плане вот этого крема, то, что вы даже поехали куда-то, взяли с собой, уехали, да, на дачу, не надо тащить банки, выкинули себе, вы знаете, что вы едете там на 5 дней на дачу, выкинули себе там 10 на утро, на вечер, 10 вот таких вот штучек, да, и очень удобно.
Тут занимайте. У нас вопросов столько в чате. Друзья, обратите внимание, что вот я еще раз прочитаю, сколько по времени и раз в день нужно делать. Смотрите, только что Лена сказала, раз, два, в три дня. Да. И в среднем... От четырех и, вот, допустим, если прям проблема, допустим, вот как у меня, я думаю, что придется раз в 7-8 точно сделать. Вообще курс. А сам сеанс это до 15 минут, Да, до 15 минут, да. И сейчас я прочитаю, потому что Людмила сегодня у нас этот комментарий 15 раз уже опубликовал, я просто его ни разу не прочитала, потому что видите, какой у нас стрим интересный. Я не успеваю все читать. А, так, можно год рождения в паспорте исправить, чтобы не 85-й был, а 2000-й, вот именно этим аппаратом? Конечно, я же говорю, что благодаря этому аппарату мы добиваемся, убираем дряблость кожи. Помимо того, что я сейчас избавляюсь от акне, у меня все равно происходит регенерация кожи благодаря микропроколам. Я правильно понимаю, что вот раньше вот как раз-таки делали очень жестокие процедуры у косметологов, там прям чуть ли не выжигая пол лица, чтобы обновить кожу. Здесь происходит на клеточном уровне нечто подобное, просто менее травматичное, менее травматичное, более контролируемо тобой. Да, я, допустим, вот смотрите, у меня, допустим, мероприятие завтра. Я спокойно делаю за сутки, за полтора суток эту процедуру, и у меня виден эффект, понимаете, у меня улучшается цвет кожи, цвет, сразу будет видно, понимаете, сразу такой лифтинг, такая, ну, как вот молодость такая в коже, блестит кожа. А вот под глазами можно? Конечно, тоже мы выбираем сыворотки, работаем под глазами, не обходим сторону, да, сторону, ну, в смысле, область глаз, конечно, прорабатываем область глаз. А это что? Это тоже такой же крем, как вот от компании корейского производителя Stevie, вот такие вот, да, штучки. Это тоже аналогичная компания профессиональная, доктор Дроу, то есть она представляет вот такие у нас сыворотки, также есть они есть и в маленьких ампулах по 8 миллиметров, можно попробовать, чем удобно, что мы можем купить маленькую ампулу, да, маленькую ампулу, попробовать, твой ли это продукт, если что-то не подошло, не жалко, да, у нас часто бывает, что клиенты берут маленькую ампулу, вау, класс, круто, все, беру коробку, то есть клиент понял, что это его сыворотка. А вот, кстати, эффект, либо покупают большую потом уже, ну да, с более большим объемом. Начните с маленького объема сыворотки. Кстати, по поводу вопроса, мы посчитали здесь, если вы чуть позже присоединились, вот маленькая, вот допустим, если брать вот такой, да, объем сыворотки на три раза. Мне хватает на три раза с моим лицом, шеей. Здесь уже побольше. И там, кстати, очень многие интересуются, сколько тебе, Лена, лет. Мне в этом году 40. Серьезно? Да. Я не колю ботокс, у меня нет на лице ничего. Правда? Ни ботокса, никаких 40? Филлеров, ничего, я просто естественная. Да, у меня, вот правда, мне тоже, вот я была недавно моделью. Я честно думала, ты скажешь 28. Нет, моделью была, сама у себя тоже в компании, парень мне делал массаж, там, там были жидкие нити, такая процедура интересная у нас, и он тоже говорит, я прям удивлен, но он уже узнал, говорит, я не вижу ни ботокса, ни филлеров. Так у тебя даже овал такой четкий, вот я иногда чувствую, все равно там, знаешь, пользоваться чуть-чуть надо, девочки. Поправилась или похудела, да, начинает плыть овал. Пользоваться Лена, надо. Волосы роскошные, лицо роскошное. Ребят, обратите внимание, что как раз-таки сегодня мы с вами обсуждаем, как в домашних условиях, а возможно, кто-то выберет для себя более продвинутый вариант устройства, потому что мы понимаем с вами, здесь есть мощный аппарат, также самый мощный, который предназначен для косметологов, да, по-моему, вот об этом мы с тобой говорили. Чаще выбирают их косметологи. Да. Сыворотки вы можете отдельно подобрать, плюс ко всему проконсультироваться перед приобретением, потому что Лена и ее команда все расскажут, обо всех сыворотках все подберут. Плюс ко всему, девочки, я хочу напомнить, что во время стрима и час после него действуют самые вкусные цены. Смотрите, все, что нужно, просто зайти в список товаров, и вы увидите, что скидки до 70%. И, кстати, там был вопрос, насколько примерно хватает аппарата. Ну, вот там есть какая-то статистика? Ну, во-первых, начнем с того, что мы дистрибьюторы, да, повторюсь, на территории России. У аппарата гарантия год, понимаете? То есть вы можете, у нас часто говорят, ой, да я куплю там-то, где-то на Алиэкспрессе закажу. Ради бога! Вы купите, куда вы потом будете обращаться? Не дай бог, с ним что-то случается. Все-таки это тех, ну, как оборудование, как
прибор, да, который бывает все у нас, конечно, в жизни, может что-то сломаться, там, полететь, мы всегда на связи, наша компания, мы всегда со своими клиентами на стороне клиента, если что-то, не дай бог, случается с аппаратом, нам высылают этот аппарат обратно, мы его смотрим, что с ним случилось, мы либо меняем на новый, либо этот ремонтируем. Это вот гарантия. А сам он, это как... Ну, ребят, ну у меня уже, наверное, годами. У меня вот этот вот аппарат розовенький, ну, наверное, уже... не соврать, 4-й год, мы 5 лет сотрудничаем с этой компанией, до меня не сразу дошло само это использовать, 5-й год я им пользуюсь, и я делаю, причем маме, маме, даже подругам, потому что ко мне приезжают подруги, да, они у меня покупают сыворотки, ну, ленивые, не хотят они сами, им вот в кафе приехать ко мне в гости, и я им, типа, ты лучше сделаешь, ты лучше знаешь, поэтому очень удобно даже делать, приобрести один аппарат, делать маме, сестре, мужу, я не знаю, брату, сыну, у меня у сына, да, 14 лет, у него повылазило акне. Вот, я тоже так же с ним работаю. Я смотрю, у меня челюсть все ниже, ниже. Во-первых, я, для меня 40 лет, посмотрите. Я про то, что вообще это прекрасный возраст, ну и плюс ко всему, в таком роскошном виде ты. И обратите внимание, 14 лет сыну. Да, надо поэтому... пользоваться просто, девочки, разные, правильной косметикой. Но разными картриджи. Себе, сыну, маме, конечно, подружке, разные. Для тела, для кожи головы, для лица. Если у нас, мы работаем по коже, мы выбираем 12-иголочный картридж, потому что он хорошо тонкий, пробивает кожу. На коже у нас не так, на коже работать больно, как на лице. Это все сейчас вы не запомните, если я еще раз повторюсь, всегда можете обратиться в компанию VBG Cosmetic. У нас есть своя интернет-магазин-площадка. То есть на сайте. На, да, сайте задаете вопрос. Также там указаны телефоны нашего московского офиса. Можно нас, просто, конечно, позвонить, спросить, ответят всегда. Да, мы работаем, кроме субботы и воскресенья, мы работаем каждый день. И с удовольствием проконсультируем. Вот это, знаете, еще плюс ко всему, меня вызывает доверие к бренду, когда у тебя есть постоянная обратная связь. Конечно. Да, не когда ты купила, а дальше не знаешь, в какие двери стучаться, а когда вот вам даже говорят о том, что вот, заходите на сайт, можете даже позвонить в главный офис. И давай сейчас буквально пару минут уделим нашему чату, потому что сегодня у нас оживленная беседа, но все-таки в чат наши зрители пишут, девчонки борются в том числе и за подарок, поэтому сейчас постараемся зачитать самый интересный. Так, во-первых, муж даже загорелся, хочет отметить свой юбилей, 50 лет молодым. Дальше, можно, если боитесь, можно учиться сначала на помидорах. Неплохо. Так, предположение, почему некоторые сами не делают себе. Наверное, некоторые сами боятся себя колоть. Ничего, тут не такие проколы, как иглы, мезотерапии, которые делает вам косметолог. Тут намного все эстетичнее выглядит. Да. Вы можете, я повторюсь, выбрать комфортную глубину для вас, понимаете? То есть, вот как это... раз-таки проникновение иголочек, да, правильно? Конечно. И вам совершенно будет не больно, если вы терпите. Конечно, чем больше прокол, тем на более глубокие слои у нас будет уходить сыворотка. Тем быстрее мы добьемся нужного результата. Там уберем пигментацию, морщины, акне, вот, поэтому... Так, если не выиграю, тогда куплю, подберите мне комплекс для жирной. Это замечательная тоже компания, профессиональная. Кожа. А кожа жирная? Ну, тут не дописали, но я предположила, девочки, либо посмотрите, подружка, либо кожа. Какой выбор, это не все еще представлено, мы не могли просто физически привезти все, что у нас есть на сайте vbgcosmetic.ru. У нас очень много профессиональных, классных, крутых, работающих средств, сывороток, это Stevie компания, Metrigen, это очень крутые продукты, то есть зарекомендовали себя по всему миру, работаем с ними не только Россия, да, мы, а еще и другие страны. Вот еще не сказала, конечно, про такую процедуру, как BB Glow, это у нас вбивается сыворотка, и у нас получает лицо эффект цвета, да, цвета, и лицо становится матовое, красивое. Вы летите на море, на отдых, вы не хотите ежедневно наносить тональный крем, но вы хотите ровный тон лица. Вот вам в помощь Dermapen, сыворотки есть разных оттенков, как светлое, серьезно? Темнее, можно комбинировать, делать румяна, делать лицо худым. Ребята, как сейчас модно. Вот, кстати, сейчас я хочу сказать, что это для меня
меня абсолютное открытие. Я слышала про эту процедуру. Да. Она, я видела у некоторых даже в прайсах, у косметологов, да, там, да, и все, да, остальное. Да, да. Очень вы крутая представляете? Процедура. И, кстати, я реально видела эффект подобной процедуры. Выравнивается цвет кожи, и это такой тональник без тональника. Да. То есть, да, вбивается вот оттенок. Да. Но это не тату. Нет, не это не тату. Это сравнивать. Это помимо того, что у нас приобретается красивый цвет лица благодаря пигменту, да, в котором содержится, да, пигмент, который содержится в сыворотке. Но также там еще и масса витаминов. Если разбирать уже отдельно составы, там еще шикарные составы, которые питают, увлажняют кожу. То есть, да, лицо сияет. Не вот это вот, знаете, тональный крем намазали, закупорилось лицо, угу, и все. Нет, вы здесь приобретаете сияющий, красивый оттенок здорового лица. Ой, девочки. Как тональный крем. Я не знаю, я говорю, у меня челюсть все ниже, ниже. Тоже для ниже. Него мы выбираем картридж нано, который вобьет нам вобьет, это. Да. Это все, повторюсь, сейчас все будет, конечно, сложно все запомнить, все понять, проконсультировать. Не сложно. Всегда. Причем, смотри, Лен, кстати, у нас зрители сегодня максимально вот вовлечены, все понимают прекрасно, даже делятся друг с другом уже, консультации дают на тему, а после процедуры можно ли выйти на солнце. Девушки пишут, не стоит. Стоит лучше ответственнее относиться к процедуре, не выходите потом на открытое солнце. Поэтому, девочки, вы большие молодцы, что даже между собой ведете диалог в чате. Смотрите, не забывайте о том, что как раз-таки сегодня во время этого стрима, да, мы не успеем абсолютно обо всем рассказать. Сегодня у нас главные звезды – это как раз-таки те самые устройства, при помощи которых вы как раз-таки прорабатываете свои проблемные зоны. О сыворотках Лена пообещала, что мы еще с вами встретимся и поговорим отдельно на каждую зону и локально. И я надеюсь, что мы в дальнейшем будем обсуждать, прям, знаешь, вот четко час отведем проблеме волос или час проблеме целлюлита. Да, у нас сегодня будут у нас еще знакомства, да, да, у нас будут еще стримы, на которых мы будем говорить. Супер. Уже про сыворотки. Про сыворотки, как они, на что они, для чего они, для кого они, почему они. Все мы это расскажем. Давайте пробежимся, да, у нас заканчивается, да, я смотрю, уже время. Но я так понимаю, что у нас из-за того, что огромное количество вопросов и интересы зрителей, Лен, у нас такое случается не всегда, потому что время регламентировано, но у нас сегодня официальная пролонгация стрима на 10 минут. Потому что именно интерес зрителей, интересная тема, поэтому 10 минут я у нас с тобой есть. Да. Давайте для вас еще раз Лена, да, повторит, что к чему и почему, какой аппарат для чего, и потом за финалем повторно и прочитаем наш чат, потому что нам нужно будет выбрать победителя. Давайте, то есть давайте пробежимся еще, расскажем про модели дермапенов, это который вот у нас сегодня разыгрывается, это Ultima N1, это первый изобретенный прибор брендом этим, вот. У него 5 скоростей, в наборе идут 2 картриджа, инвазивность от 0 до 2,5 миллиметров. Следующие у нас идут фавориты, так скажем, на рынке Ultima M5 и Ultima M7. Они очень похожи, у них только разница цвета. Да, девочки, кто-то любит розовый, кто-то любит цвета шампань. Вот он тоже достаточно мощный, 5,5 ударов в минуту, 5 скоростей, глубина от 0 до 2,5 миллиметров. Работают, повторяюсь, все аппараты как от сети, так и от аккумулятора, да, что очень удобно, очень. Также вот более профессиональный аппаратик, часто выбирают его косметологи, так как здесь есть сменные батареи. Вот, и он помощнее, он бьет до 8 проколов в минуту. Также работает и от сети, и от зарядки. Вот. И еще вот такой вот крутой тем, то, что у него, повторюсь, игла, выход иглы до 3 миллиметров. Это то есть тем, можно кто... работать с кожей, кожа, телом. Тело, да, да, телом. Ну и лицом, то есть да, да, и да, тем, и тем. Но то просто есть у него инвазивность вот больше. Да. Минимальная инвазивность, да, да, и максимальная всех... для проблемных уже, да, на теле. Да, стри, растяжки, вбивание липолитика в кожу. То есть вот такое оборудование. К вам аппарат. Же параллельно на сайт забегают, говорят, невероятно красивые, интересные, все подобрали, еще и много интересного для ухода за лицом и телом. Очень у нас много смотрите всего сайт, интересного. Да, да,
очень на сайте, всего много интересного. Этот аппарат новинка самоподачи сыворотки. Да, то есть мы, это тоже почему выбирают у нас косметологи, потому что здесь есть мерка, да, в шприце. Да. Мы знаем, что у нас у косметолога там 2,5 миллиграмма на клиента, она конкретно взяла это, да, миллиграмм и спокойно работает столько, сколько у нее она себе рассчитала, да, сколько жидкости. И подача, да, нажимаем отсюда на кнопочку up, и у нас, да, как мы видим, что лицо сухое, мы нажимаем, у нас подается сыворотка. И мы не тратим большее количество сыворотки на клиента, так как у нас уже набрано. Да, мне кажется, BB-Glow хорошо им делать. И BB-Glow тоже хорошо им делать. Прям удобно. Да, всем удобно. И вот новинка, это E30, тоже цвета шампейн, он немножко помощнее, у него до 8 ударов в минуту, аккумулятор немножко держит, он подольше, чем вот эти вот модели предыдущие, тоже у него 5 скоростей и инвазивность от 0 до 2,5 миллиметров. Сразу очень вопрос удобно держать в руке. Из чата, на губы можно на губах работать? Можно, конечно, почему бы нет, выбираем увлажняющую сыворотку, да, или анти-эйдж против старения, работаем по губам, тоже выбираем для себя нужную. Также можно выбрать сыворотку, можно гиалуроновую кислоту выбрать и прорабатывать губки. Конечно, за губами тоже так же ухаживаем. А сколько времени, во-первых, мы посчитали, да, что в среднем вот такого объема сыворотки хватает на 3 процедуры. Да. Для решения какой-то проблемы необходимо до, ну вот плюс-минус 5-7 сеансов. Да, да, да. Раз в 2-3 дня. А если у нас осталась сыворотка, сколько ее в холодильнике? Мы ее храним в холодильнике до 2 месяцев. То есть мы ее закрыли, в дверку холодильника положили, оно спокойно хранится. А это золото или что? Это золото, да. Весь состав, если сейчас что-то вам интересно, вы можете все у нас почитать на сайте. Уже переходят на сайт. Это реальное золото, там, да. Обалдеть. Очень крутые составы, обращайте внимание на составы всегда. Все может быть красиво, любая продукция, но я рекомендую девочкам, чтобы оставаться молодыми и красивыми, обращать внимание на состав. Бутылочку можно сейчас сделать любой красоты, любой привлекательности. Слушай, это так круто, когда об этом говорит непосредственно человек, который имеет отношение к компании, потому что, знаешь, иногда, ну, честно говоря, такие моменты между собой обсуждают потребители, а когда с тобой вот это вот обратная связь прямая. Причем, девочки, заходите на сайт, многие уже туда отправились параллельно, посмотрели много информации. Но я предлагаю сейчас немного отвести времени, которого и так уже не остается, буквально 4 минуты на чат. Плюс у нас сегодня было добавлено 10 минут к стриму, потому что тема невероятно интересная. Это вообще случается крайне редко, потому что регламент по времени точный. Итак, Мария, мой девиз: лови молодость за хвост. Это тебе выбирать победителя, поэтому будь внимательна. Далее, Надежда: запомни меня молодой и красивой. По поводу вопросов на этот ответили. Я теперь хочу обрабатывать все. Интересно, сколько времени на это понадобится. Ну вот посчитайте, мы вам сказали исходные данные, сколько примерно сеансов нужно на решение процедуры. В любом случае, меньше, чем вы будете тратить время на косметолога, на поездку. Это точно. К нему. Так, хочу спросить про губы. Про губы мы с вами поговорили. Заказываем сейчас у вас через Инстаграм. О, да, у нас тоже есть страница Инстаграм, также называется VBG Cosmetic. Также там всегда можете задать вопросы и проконсультироваться. Кстати, я маме такое дарила на Новый год. Зивара написала. Слышала об этом отзывы. Класс, круто, невероятно. Так, кто у нас участвует в розыгрыше? Сайт классный, менеджер помогла выбрать сыворотки. Про руки расскажите. Рассказали. И, кстати, на мне показали, что можно также проводить процедуру. Но конкретно локально, я надеюсь, у нас будут отдельные стримы. Поэтому будем ждать. Так, хочу. Класс, вообще круто. Я не знаю, как мы будем выбирать победителей. Здесь один восторг. Все эмоциональные, крутые. Давайте, слушайте, времени остается мало. Я попробую еще сейчас зачитать какое-то количество сообщений, но я предлагаю, чтобы ты рандомно пролистала и пальцем в небо выбрала победителя. Давайте, потому что это девочки будет все, честно. Все молодцы, спасибо, что участвуете. Так будет. Я у вас заказывала суперэффект. Аппарат рекомендую, процедура просто огонь. Я думала, это будет знакомство с брендом. Нет, мы с же представляемся, вас знают конечно, все. Мы представляемся в течение 5 лет на выставках Интершарме. Конечно, класс. Нас уже по России многие знают, у нас клиенты со всех точек России, также и за рубежа, поэтому...
Я не удивлена, что... Я просто к тому, что мне нравятся стримы относительно того, что Озон большая платформа, да, и не всегда ты все можешь увидеть. А здесь, благодаря тому, что есть время эфирное, мы можем увидеть, прям потрогать, пощупать через меня, конечно, и наших экспертов. Но относительно, смотрите, да, вот, кстати, хорошее предложение. Напишите, кто из какого города, сейчас еще накидайте нам сообщений, и вот мы из вас как раз таки повыбираем, потому что на ходу меняем правила, такое случается крайне редко, поэтому будем вот так вот пролистывать, чтобы вам было сейчас чем заняться ближайшие две минуты, просто напишите, из какого вы города. Я родилась в Душанбе, жила в Волгограде, а теперь в Москве, а ты? Я родилась в Партизанске. А потом училась в городе Находка, а потом жила в Корее 16 лет. Я была в Находке. Удивительно. Класс. И также мы жили в Корее 16 лет, в Сеуле. Поэтому, в принципе, я люблю косметику, поэтому хорошо я выгляжу, меня научили этому корейцы. Ты правда великолепно выглядишь. И, кстати, я помню, когда я была в Находке, я считала русские машины. Потому что там все японцы в основном, я прям считала. Да, там нет русских машин, да. Так. В Москве. Да, собственно говоря, мы видим. Так, чтобы не бояться, надо просто делать. Правильно, наверное, некоторые сами себя боятся. Это я уже читала. Так, а море и бассейн в этот день тоже можно? И сауна, например? Нет, лучше, девочки, конечно. Это, конечно, не страшно, тут ничего такого нет, но лучше поберечься, лучше не ходить. Не дай бог, какая-то аллергия или еще что-то будет. Делаем вечером, на следующий день мы идем там в сауну. Да. Хотя я пишу двое-трое суток, ну, я считаю, что достаточно. Если вы сделаете правильно процедуру, если вы поработаете дермапеном, нанесете охлаждающую масочку, закроете всю процедуру кремом Repair, который восстановит, вы встанете утром, у вас не будет ни следа, вы будете подтянутая, свеженькая, розовенькая, то есть никаких каких-то там визуальных изменений вы не увидите. Лен, я правда не так часто вижу такое, ну что за в комментариях просто, хочу купить второй, аппарат по описанию хорош, хотелось бы увидеть в действии, сейчас как раз таки Лена показывала процедуру на себе. Подключайтесь в следующий раз, мониторьте расписание стримов, и тогда будете в курсе, когда следующий. Так, Лена, твоим пальцем проматывай немножко вот здесь вот наши девчонки пишут город. Наш опиатор сними, что я не специально. Да, давай вот как раз-таки от того момента, когда девчонки начали писать, о, в Волгограде кто-то родился, Белгород, Ставрополь. Привет, привет да, всем. Давай вот так вот чуть-чуть промотай туда вниз и просто вот пальцем в небо. Так, я вот раз, два, ты уже до конца домотал, подожди. Да. Все, да? Нажала куда-то? Так, нажала. Вы серьезно? Екатеринбург. Сейчас, подожди, подожди. Вы серьезно? Да. Ребят, я в обмороке. Что случилось? У нас продление на 5 минут. А, еще можно, да? Вы серьезно? Это все благодаря вам, девчат. На самом деле... Спасибо невероятное тебе в первую очередь, потому что вот с чем пришла, вот такой результат. Ребята, друзья, пишите комментарии, кто из какого города, кто где живет. У нас сейчас для вас будет классный подарок относительно того, что вот вы сегодня получаете устройство. Я зачитаю сейчас ваши комментарии, кто-то из Улан-Удэ. Так, неужели я выше была? Девочки, вот так, мы думали, что у нас заканчивается стрим, поэтому уже начали подведение, но так как продление на 5 минут, то это будет нечестно, поэтому пишите еще, пишите, чем больше раз вы напишите свой комментарий со своим городом, тем больше у вас шансов на победу. Лена сама еще раз пальчиком все быстро выберет. А, такое у меня, например, в истории стримов впервые, когда вот так вот не выпускает народ нас из эфира. Так, дальше, самый зеленый город Европы, это Ставрополь. Согласна. Москва, Боровичи, да, наверное? Белгород, Москва, Екатеринбург, Крым. Так, город, хочу аппарат, тоже Ставрополь, самый красивый зеленый город, родилась в Москве, Москва. Молодцы, девочки, так. Пишите дальше свои города. Белгород хочет получить в подарок. Пермь, Курск. Пишите, оставляйте комментарии. У нас буквально 3 минуты. Чем больше вы напишите комментариев, тем больше вероятность того, что вы получите подарок. В действии то, что просили, да? Супер. У меня аж сердце замирает. Конечно, можно работать, девочки, и, естественно, на руках. Руки – это наше все. Наша визитная карточка. Они часто быстрее, знаешь, конечно. Так вот, вот стареют. Видите, у нас вот такое вот небольшое покраснение. Вот. Угу. Вот.
Ну, максимально он у нас продлится 2 часа, это максимально, и уйдет. Угу. Кстати, берегите свои руки, правда, да. Потому что химия, то посуду помыли, то еще что-то, то постирали какие-то детские вещи руками. И обращайте внимание, что вы большие молодцы, вы задаете очень грамотные вопросы. Руки тоже можно при помощи. Конечно, мы выбираем сыворотку, допустим, какую-то универсальную. Увлажняющую, да? И даже если у нас какие-то проблемы, да, конкретные, там, акне или там, господи, высыпание, что-то, да, любая сыпь. Это можно такую сыворотку, а всегда должна быть сыворотка дома, всегда должна храниться какая-нибудь с гиалуроновой кислотой, либо какая-нибудь увлажняющая, потому что нам всегда нужно увлажнение, можно выбрать вот такого формата, бутылочку, здесь 50 миллиграмм, очень удобно пользоваться, вот таких шприцов в коробочке очень много, то есть коробка у нас до конца не вскрывается, здесь вот открывается, шприц вставляется, и мы будем, сейчас не буду открывать уже, да, мы вытягиваем столько, сколько нам нужно. Класс! Да. Лена, у нас заканчивается время, которое добавлено. Все. Буквально 1 минута, поэтому с тебя выбор победителя, так как ты, опять же, сейчас пальчиком, давай промотаем на начало нашего... Девочки, всем удачи! ...челленджа. Так, где у нас города? Какие вы молодцы, у меня палец устал уже мотать. Питер, Москва, Москва, Екатеринбург. Так, все. Поехали. Давай. Да, сматывай вниз. Вот куда тыкнешь пальцем, тот и будет победитель. Да? Да. Мотай, 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 мотай. 45, давайте я вот туда, 44. До низу, до самого низу, и потом уже лучше наверх, чтобы все были. Ну, смотри. Вот. Так, вот. Ольга. Вот. Фальковская. Мне! Ребят, все, я заскринила для того, чтобы точно не потеряли. Ольга, 2-3-5 дней в основном уходит для того, чтобы как раз-таки с вами там договориться, связаться, проверяйте свой личный кабинет на Озон. Ребята, это восторг. Я была рада быть с вами в студии. Это ваша. Это ваш. Поздравляю. Вот ваш подарок. Угу. Поэтому, Лен, тебе огромное спасибо. И я вам жду спасибо. Следующий стрим. Включайте напоминание, чтобы послушать все о сыворотках, об аппаратах. Я тебя обожаю. Ты спасибо. Красавица. Спасибо всем за внимание. До свидания. Мы еще увидимся.